Работа в Крыму есть не только для представителей электротехнического кластера. В преддверии пляжного сезона отели, санатории, лечебные центры, развлекательные комплексы, торговые центры Крымского полуострова готовы принять на работу всех желающих. О самых востребованных профессиях рассказывают в Центре занятости населения города Чебоксары Минтруда Чувашии на ярмарках вакансий. В конце февраля 2015 года между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Чувашской Республики было подписано соглашение о взаимодействии и экономическом сотрудничестве. В рамках этого соглашения, в том числе начиная с мая-июня 2015 года, мы традиционно проводим ярмарку вакансий с домами отдыха Республики Крым. В этот раз на ярмарке вакансий пансионат «Море». На прямой связи его сотрудники в зале студентов. ЧГУ имени Ульянова. Давно и тесно сотрудничаем с Центром занятости населения и хотим предоставить нашим студентам возможность заработка и трудоустройства на лето не только у нас в регионе, в Чувашии, но и в Республике Крым. Объяснение идет точечное, не в общем объеме, а конкретно под каждую вакансию. Кроме этого, у студентов есть возможность напрямую задать вопрос работодателю. Сегодняшний день у нас открыты вакансии на сезонные должности. Мы принимаем на работу по срочному трудовому договору по 15 октября. Начиная с мая здесь ждут горничных, официантов, поваров или барменов. Всего более десятка вакансий. В большинстве случаев специализированного образования не требуется. Кроме этого, работодатель предлагает своим сотрудникам бесплатное питание, проживание и неплохую заработную плату. Многим студентам условия показались вполне приемлемыми. Это отличная возможность, защищенно, что самое важное, поехать работать в Крым, когда у тебя есть определенная поддержка со стороны твоей республики, когда ты можешь поехать реализовать себя, ты можешь поехать отдохнуть. И это касается не только работы в лагере, как обычно нам предлагают в университете. На данный момент это связано с туристической сферой, что, в принципе, очень интересно для меня. Меня очень заинтересовали вакансии, которые нам предложили. То есть официантом хотя бы можно работать 2 на 2. 2 дня работать, а 2 дня увидеть все красоты Крыма, которые нам не доводилось увидеть до этого. И заработная плата очень устраивает. К слову, подобные ярмарки вакансий в столичном центре занятости населения для студентов проводятся очень часто. Сотрудники центра помогают молодым людям не только найти работу на лето, но и грамотно оформить документы. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.